Доигрался известный хип-хоп-исполнитель Паша Техник в миру Павел Ивлев вновь попался пьяным за рулем. Правда, это случилось еще в июне прошлого года, а в декабре 20-го, после нескольких апелляций, его посадили. Вот только рэпер такой неприятный факт своей биографии афишировать не стал. Наоборот, попросил близких пойти на хитрость и вести регулярно его соцсети. Ведь если там он активен, значит ничего такого не произошло. Да, Паша сейчас находится в тюрьме, а подробная информация будет завтра. Подробностей немного. Летом Паша вновь сел за руль своего «Хаммера» пьяным. Благо, обошлось без трагедии, как у других коллег по шоу-бизнесу. Отпираться от очевидного Техник не стал и признал свою вину. Ведь всем известно, что не только алкоголем единым жил человек. В ходе судебных разбирательств было установлено, артист страдает от психического расстройства, вызванного употреблением наркотиков. Вставай! Ты не можешь? Таким Техника видели постоянно. Теперь, говорят близкие, есть шанс, что Паша избавится от всех своих вредных привычек. Ведь тюрьма неплохой такой бесплатный рехаб.